Всем огромный привет! Сегодня, как вы поняли, уже по горшочкам я решила сделать перевалку некоторых растений. Вот в таких два округлых, которые... Ну, вообще все горшочки мне подарила Марина. Большое спасибо тебе, Маришка, еще раз. Вот в этих два округлых я, наверное, посажу психопсисы. Вот в такой между ними, наверное, на полочку я поставлю максиллярию. Она как раз сюда подходит. В такой маленький я, наверное, посажу максиллярию маленькую, свою маленькую деленочку. Ну и этот горшочек останется под сидерею японику. Надеюсь, она когда-нибудь придет. Вообще заказывали эту сидерею в питерской группе, но у них так переносятся эти привозы, что я порой думаю, что... Боже, когда она придет? В общем-то, вот так. Сейчас пересажу психов, вернее, просто перевалю, постараюсь сделать это менее безболезненно, потому что в одном психопсисе, во втором идут росты. Но это я все сейчас вам покажу, расскажу. У меня на заднем плане мои фаленопсисы, которые самые обычные, гибридные, но... Они всегда вот пышно цвели, мне очень нравится белый, Салина с такой розовой, Палермо, что тут еще, такой вот полосатый, который я показывала, это Биглип и Мультифлора там. В общем-то я их, был вот на балконе большой перепад температуры, в общем-то я их не поливала. Еще плюс к этому, это больше 2 недель. И сейчас я их замочила в удобрении. Соотношение там получается фосфора по отношению к азоту больше, что происходило закладка цветоносов, бутонов, то есть чтобы добиться цветения с помощью вот этого вот удобрения и длительной просушки. Ну, посмотрим. Посмотрим, что эти коняки о себе думают, потому что, видите, какие огромные, просто молодые у них листья растут, да? И просто, я просто в шоке. Они решили меня, наверное, своими корнями порадовать, да? Которые уже вылазят просто со всех щелей. Поэтому посмотрим, как они отреагируют на вот эти вот... перепады, удобряшки мои, неполивание. Посмотрим. Ну, а теперь просто перейдем к пересадке. К такой быстрой. Так, зафиксируем камеру. Уберу пока то, что мне не надо. Максиллярию. Максиллярию я пересажу с добавлением коры. Сейчас на дно сделаем хорошенький такой дренажик. Вот так. Думаю, столько хватит. Посмотрим, ее достанем. Она, как по мне, то она хорошо адаптировалась. Молодые росты идут. Я с этой максиллярией, я не знаю, уже, наверное, зеленок 5 натягала. И она все дальше так заячьей травкой стоит. Ну, когда тебя просят, ну, пришли ты мне максиллярию, то выхода не остается. И просто-напросто отсылаешь своим знакомым и друзьям, потому что как для меня, то легче, наверное, подарить, чем продать. Так, что тут с корнями? Ну, корни у нее наросли, до этого же вовсе не было корней, были только вот эти вот мусехи, ну, ниточки. Ну вот она нарастила корешков вполне таких неплохих. И как бы это меня радует. Тут вот еще дальше идут корни молодые. В общем-то, неплохо. Так. Сейчас ее посадим более рыхло. Посадим в перемешку с корой в этот горшочек. Потому что керамика будет дольше держать влагу. Уже не будет никаких отверстий. И это меня будет радовать. И как раз также горшочек поможет сохранить холод
керамика будет охлаждаться зимой, и это будет ей на пользу с холодной зимовкой. Так, беру мох. Конечно же, как всегда, ценные запасы архиаты. Возьму такой небольшой, это, наверное, 12-18. Да, 12-18, если я не ошибаюсь. И все так вот перемешечку сейчас сделаем. Ту-ту-ту. Так, я хотела одну сторону посадить более так вот под наклоном, чтобы она была... Я не буду ниточки эти обрезать, ничего делать не буду. Просто закидаю мхом и корой. И все, на этом я ее больше доставать, трогать ничего не буду. Я именно ждала, чтобы она хотя бы пустила немножко корешков. И уже в ее основное жилище я ее располагаю, то есть в ее горшок. И на этом все. Больше никаких действий с ней не буду совершать, кроме как полива, конечно же. Поливала я ее, как она просыхает. Бывало, что сверху только опырскивала. Но сейчас, когда она в горшке будет, я уже буду ориентироваться как на мох, так и, возможно, поливать ее в блюдце. Так. И досыпаем субстрат сверху. Так, следующее это у нас Маздвалия нидифика гел. Эта зеленочка отвалилась, когда я Анину Маздвалию пересаживала. И ну, отвалилась, я решила, что возьму себе на размножение. Как это так? И, в общем-то, рост молодой идет. Также вырос еще один рост. Вот растет рост у меня. Вот еще лезет между ними тоже. И пускает корешки. Так, положим кору побольше кусочками для дренажа. Буду устанавливать растения. И буду засыпать всякой мелкой фракцией коры, мха и всего-всего, что тут есть. Растение у меня отделилось на две части, поэтому будем высаживать две части. Итак. Возьму за зеленую массу, буду держать и засыпать все это дело. Эту масеху я тоже пересадила. Вот что у меня вышло. Будем надеяться, что она разрастется. На видео, наверное, через камеру смотрится, что горшок просто большой, но он реально маленький. Я думаю, на будущее этой орхидейки, как зеленки, этот горшочек подойдет и разрастись. И все будет хорошо. Итак, две маздвалии своих я пересадила. Забыла бирку. Обязательно, потому что, честно, все названия в голове удержать это просто невозможно. Порой понимаешь, что это, как оно цветет, но просто даже вспомнить бывает все растения, когда перечисляешь, либо кто-то приходит, кому-то показывает, что у тебя есть, то это весьма сложно. Итак, подчистила я так немножко. И теперь беру два психопсиса и покажу, какие у меня продвижения. Итак, начнем с желтого психопсиса, который Мэрипоза Альба. Альба. Итак, что у него? У него отсохло вот это вот две старых бульбы, почему я и решила вообще достать, чтобы их убрать. Они высохли, стали вот тонкие. Вообще, ну, вместо этих двух старых у меня на данный момент, видите, растет один молодой рост,
и второй молодой рост. И мы сейчас все пересадим. Уберем эти две старые бульбы и перекинем просто в горшок. Возьмем ножницы, чтобы их отрезать. Особо в корнях ковыряться я, конечно, не буду. Мне это не надо вовсе. Сейчас аккуратно попробую их отрезать. Так, достаем. Опа. Достанем. Достанем, вытащим все, что не надо, потому что корни тянутся. Так. Корни, впрочем, как и были. Молодые корни начали лезть. Хорошо, от новых ростов идут молодые корни. И это радует. Следующий. Итак, все помнят, что мой психопсис отцвел. Он цвел. Он отцвел и засушил бутон, зажелтил. И я его отрезала как-то без задней мысли, причем вообще без задней, честно. И задела одну из почек. Одну из почек задела, и в итоге цветонос засушился до следующей почки. Ну, эта почка сейчас на данный момент так и стоит. Где-то мой фокус, не хочет ловить. Замер цветоносик. Так вот, почечка зеленая набухла и не дает никаких пока жизненных таких каких-то целей. И у меня на одном из листов появилось темное пятно. Скорее всего, это был ожог, на который я попала еще водой. Он у меня стоял как-то после полива. И в итоге подгорел и намок. Также молодой рост у него идет. Попробую все-таки этот психопсис достать так получше. Так, мы его достаем. Возьму тут за старые бульбы. Итак, что у него с корнями? А корни у него замечательные, да? Вы видите. Они пошли в рост у меня тут. Ну что же, я пересадила психопсис. Вот все стоит. Марипосу пересадила, и второй пересадила, и маздвали мы с вами две пересадили. У меня вот, видите, тут пустошь, все опять заставлено. Навожу сегодня полностью порядок, заставляю одну полку. Хочу также земляную орхидею пересадить. Сейчас у меня появился горшок, я его хочу немножко привести в порядок, хочу снять краску. Она как бы нарисован там рисунок такой краски, которая снимается. И хочу сделать пару дырок. И поэтому думаю, что в ближайшие дни это все сделаю. Правда, видео будет состоять из таких кусочков. Да, сегодня вот получается, что я раза три начинала записывать видео и была занята. То жара, то еще что-то. У меня уже тут тырят горшки. Давай сюда. Мама. Да, солнце мое. Поэтому сейчас я часть вот этой вот полочки поставлю горшочки. И более или менее наведется такой порядочек. Ну что, давайте начнем. В общем-то, решила все поубирать. Почистить полочки, повытирать. Сразу отставить то, что буду пересаживать. Смотрите, видно, видно, не видно. Надеюсь, что видно, потому что стою сбоку. Уже большой рост у моей земляной орхидеи вырос. Повторюсь, что она уже, вот эта зеленка, отцвела. И будем ждать. Вообще она растет в земле. Я еще ей добавлю землю. Так, это что у нас тут?
хоть поразлаживаю вместе с вами фитоверм. Вообще покупала в деревню для шпината. Классно, люблю шпинат, особенно свежий, пассерованный немножко, и люблю замороженным. Очень вкусно, грудка куриная получается со шпинатом, мои часы. В общем-то, всего тут у меня хватает. Иногда вообще, вот честно, это когда-то я для себя покупала, витаминчики у меня остались. Порой бывает, что ампулку B12, либо B1 развожу и ночью опырскиваю, когда ну совсем нечем заняться. Упал мой бульбашек. Бульбашек надо будет полить, тоже найти что-то для него и пересадить его. Хочу, чтобы он так кустиком и рос. Тоже в какой-то стаканчик. Так, это денежное дерево надо будет отдать. Кто-то просил, уже не помню даже, кто просил. Но, думаю, найдутся, отзовутся рано или поздно. Так, мой Мауди. Мауди у меня пустил же новую розетку. Розетка начала хорошо расти. Поливать его не надо, он полит. Старая начала немножко вот рыженькой становиться. Я думаю, что рано или поздно она отсохнет. Вытерла все. И что бы я хотела сказать? Что нас, Архаманов, вообще не понять. Мы то хотим редкие, то хотим обычные, то хотим маленький цветочек, то большой цветочек, чтобы был при цветении. То вовсе не пойми, какой мы хотим цветочек. Порой я даже поражаюсь. Ой, я тут зацепила уже что-то. Все разлетелось. И я к тому, что я даже иногда не пойму сама себя, чего же я хочу от своих орхидей. А вообще, когда они переехали сюда на балкон, я, если честно, как-то даже на них и, можно сказать, забила. Так грубо, может. Но оно так и есть, потому что я стала меньше с ними возиться, когда они оказались на балконе. Опа. Будем ставить на место всю красоту. И пришла к выводу, что такая красота, которая цветет всегда, это я имею в виду вот этого товарища, он у меня, мало того, что цветет, выпустил вот эту вот новую розетку. Когда пришел, она была совсем маленькая, сейчас она стала побольше. У него очень красивый окрас, это Пиноккио у меня. И цветет он абсолютно всегда. Сейчас поправим камеру, чтобы... Ага, выше уже никак. Вот так, если только. Он цветет без остановки и всегда меня радует своим цветением. Его поставим так посерединке. Итак, наверх я поставлю психов, чтобы больше они не подвергались опырскиванию. Блин, осталось найти только тарелочки. Тарелочки. Ладно. Потом на этой тарелочке уже завтра. Потому что надо уже с этого балкона выползать, в конце концов. У нас уже вечер, а все дело началось-то с утра. Но как-то подзатянулось. Тарелочки сейчас я найду, конечно же. Мы сдавали и устали. Нежду. Так. Как она тут вот так? Она будет вот так. Не стоять. И малышку тоже поставим сюда пока. Отлично. Ну, это примерно то, что я хотела. Надеюсь, камера все. В камеру все видно, а то я стою тут, распинаюсь сама себе. А в камере будет то и не видно. Так, сюда поставлю пока. Пока все время на бульбафе.
вернем на место максиллярию, которая у меня чудесно адаптировалась, растет много молодых ростов. И меня тоже радует. Тут безусловно. Так, вот этот малыш, который пришел, что у него тут? Корешки у него идут дальше расти, все нормально вроде как. Ничего такого я не заметила в нем. Поливаю в поддон его, стараюсь не пересушивать. Вроде пока все хорошо с ним. Так, возвращаем его на место. В общем-то, еще раз все переставила. На низ поставила башмак и фрак, Пиноккио, сверху психи. Короче, все переставила. Сейчас буду доставать свои фаленопсисы, которые отмокали после обалденно длительной просушки, на мой взгляд. Потому что на моем балконе это на самом деле очень большая длительная просушка. Не обращайте внимания на мой бардак тут вот на заднем плане, потому что все сейчас кувырком, то надо, то это. Сейчас я их достану, просушу. Или оставить их на ночь. Может, оставить их на ночь. Пусть хорошо напитаются. Так, оставлю я их на ночь. Что-то нету ни сил, ни желания. Если кто-то боится, что с ними что-то станет, нет. Они по 2 дня в воде стояли. Ничего с ними. Живые кони, смотрите, какие мясистые все. Лист вон, с 2 ладони. Поэтому с ними ничего не будет. Хорошо напьются, напитаются. Правда, вот не люблю, когда корни так вот из горшка вылазят. Вообще не люблю. Ладно, подломаем их, но они хоть туда зайдут, спрячутся. Ничего страшного. Опа. Потеря оператора у нас тут. Моя тренога решила упасть. Еще один корешок там спрячу, чтобы углублялся. Ну что, пока сегодня больше ничего делать не буду. Вообще нет ни сил, ни желания. Еще такая жарища. Поэтому сегодня я закругляюсь, оставляю все как есть, такой беспорядок. И на этом точка. Будем смотреть, что еще останется у нас завтра. Так что всем до завтра. Прошло несколько дней, я наконец-то все расставила. Переставила цимбидиум в угол. И он теперь там будет стоять. А все потому, что наконец-то у меня появилось 2 полки. Сделали мне 2-ю полочку. Вся малышня переехала на эту полочку. Все расставлено. Наконец-то я все развесила. Места на стене стало побольше. Почти все заняли свои места. Надеюсь, что дальше так. Это на место возвращаем, не трогаем. Еще все никак земляную не пересажу. Солнце не трогай. В общем-то, все заняли свои места. Я рада. На балконе стало чисто, красиво. Каждый на своем месте. Ну что, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел мои тру-ля-ля. Рада, что вы были со мной. Вот такое вот у меня видео получилось с моего балкончика. Рада, конечно, что у меня теперь порядок. Опа! Для дополнения ромашек еще. Тут решили поставить, чтобы было красиво. Нет, уносим. Давай я поставлю. И, в общем-то, теперь от своих фаликов я жду, конечно же, цветения, цветоносов после этих длительных просушек, маринований, их перепадов. И, кстати, да, у нас опять упала температура сейчас. Сейчас у нас холодно стало. Опять начались дожди. Конечно, мне это в радость, потому что, например, вот эти вот корзины подвесные я все просто вывешиваю за окно, и они там
поливаются. Малышня также висит на корзинах и поливается тоже. Поэтому я жду цветения. Дальше продолжаю все поливать. И буду дальше все ждать. Ну, думаю, что скоро сделаю такой небольшой обзорчик, потому что многие растения, которые приехали, как, например, вот эта хилошиста, которая висит, она начала расти. И это супер. Ну что, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Рада, что вы были со мной. Всем пока-пока.